Футбольный «Енисей» сыграл в ничью с «Калининградской Балтикой». Последний в этом году для нашей команды матч закончился со счетом 1-1. А вот началась встреча с акцией, которую болельщики красноярского клуба устроили в память о своем товарище, который погиб в фанатской драке. Они развернули баннер и 30 минут провели в полном молчании. А все деньги от продажи билетов на сектор решено передать вдове красноярца. Сама встреча была напряженной. В первом тайме «Енисей» нападал, «Балтика» ушла в глухую оборону и отмечалась редкими, но опасными контрвыпадами. После перерыва игра накалилась до предела. Гости, не в силах сдерживать напор красноярцев, порой откровенно грубили, из-за чего на поле несколько раз возникали стычки. Хозяева имели немало шансов открыть счет, но удалось сделать это только на 71-й минуте. Отличился вышедший на замену Артур Малоян. 10 минут спустя «Балтика» счет сравняла. Итог встречи 1-1. «Енисей» уходит на зимний перерыв на первом месте. Следующая игра пройдет только 4 марта 2018 года.